Коллеги, слышно, да. Компания Башинком, мы уже более 30 лет занимаемся разработкой и производством биологических препаратов, и в портфеле компании имеется биопрепарат для разложения растительных остатков. И не только, потому что стерня-12, вот как раз первый слайд, да, это наш продукт, он предназначен не только для ускорения разложения растительных остатков, но и обеззараживание, улучшение пищевого режима почвы и нейтрализации остатков химических пестицидов. Состав, значит, 4 штамма спорообразующих бактерий Bacillus subtilis, 3 штамма триходермы, они разные виды, мы используем в своем препарате триходерму рессию, атравериды, так вот, и харзиану. В чем отличие вот именно от других вот наших коллег? 3 вида триходермы используем. Потом, значит, в составе препаратов включается комплекс целлюлозолитических ферментов, ну и, соответственно, культуральная жидкость, это полисахариды, фитогормоны, витамины, так вот, и аминокислоты. Ну, это у всех практически присутствуют вот эти вещества. Ну, по способу здесь уже коллеги сказали, вот что. Ну, также мы рекомендуем вносить по пожнивным остаткам. Ну, единственное условие, что работаем по растительным остаткам, сразу вслед идет дискатор. Работаем вечернее, в ночное время. Можно работать и днем в облачную погоду. Можно даже в солнечную погоду работать уж. Если есть, конечно же, на дискаторе бочка. Многие, кстати, хозяйства сейчас уже начали применять. В одной операции сразу идет и, значит, внесение деструктора, так вот, и сразу идет обработка почвы, то есть сразу заделывается. Заделка обязательно. Почему? Потому что все штаммы, которые мы используем, и коллеги, наверное, кто использует в своем производстве, они почвенные микроорганизмы, поэтому мы должны их возвращать в почву. Касаемо вот нюансов, вот бывает ситуация, вот как в прошлом году у нас была острейшая засуха в летний-осенний период. Да, действительно, если, значит, нет влаги, то смысла нет вносить биопрепарат, деструктор целлюлозы. Да, хотя, конечно же, у нас вот в препарате вот бацилл, они в споровом состоянии, значит, единственное, что там азотобактер, который в форме цисты сохраняется, он менее устойчив к погодным условиям, но тем не менее все равно так вот, благодаря, значит, выделению слизи, он тоже сохраняется в почве даже в таких экстремальных погодных условиях. Вот в таких условиях мы рекомендуем не вносить в почву, не обрабатывать растительные остатки, а обрабатывать семенной материал. Отодвинуть сроки посева, как это было у вас позапрошлом году, по-моему, когда засуха у вас была, а в прошлом году у нас это было. Отодвинуть сроки посева, обработать семенной материал, это тоже большой плюс. Почему? Потому что все-таки ростовые вещества, которые содержат препарат, он влияет на, значит, процесс, так скажем, роста и развития. Так вот, первые, так вот, в первые дни это очень важно. И в прошлом году мы, к примеру, даже вообще хозяйством сказали, не надо применять никаких там химических средств защиты растений, а чистые биологические препараты, в частности, вот стерня-12. И результат налицо. Результат налицо. Вот в этом году мы видим все-таки повеселее посевы, обработанные биологическим препаратом. Да, были хозяйства, которые, значит, подстраховались от головного заболевания, там из группы триазолов, они в баковой смеси, значит, отработали вместе с биопрепаратом стерня-12. Это допускается, это совместимо, проблем здесь нет. Дальше, следующий способ внесения, мы рекомендуем совмещать с внесением жидких удобрений и КАС-32, да, КАСом. Мы проводили ряд исследований, и причем несколько раз повторили эти опыты. Совместимость есть, но единственное, вот азотобактер, который содержится в нашем препарате, значит, он теряет титр где-то на один порядок, если мы храним баковую смесь более 2 часов. Если мы баковую смесь применяем сразу после приготовления, то тогда, значит, вопросов нет.
Еще лучше, когда мы газ смешиваем с водой, ну, соотношение 1:1. Тогда и азотобактер сохраняет титр, и триходерма сохраняет титр, и бацилл тем более. Ну, бацилл там проблем нет, споры сохраняются такой, и когда мы удерживаем и сутки, и 2, и 3 сутки. Единственный вопрос вот именно с триходермой и с азотобактером. Ну, состав я говорил уже, кроме, значит, азотобактера у нас, мы добавляем в препарат еще фосфорокалиемобилизующие микроорганизмы, это азотобактер, ну, то есть азотобактер, говорю, бациллус мегатериум и муцилогенозис. То есть вот именно многофункциональных препаратов позволяет решать несколько задач. Не только деструкция растительных остатков, но и обогащение, улучшение пищевого режима почвы, вытеснение фитопатогенов из прикорневой зоны, ну и в целом оздоровление почвы. А в растительных остатках очень много, достаточно количество элементов питания. Вообще, конечно же, солома – это прекрасное удобрение. Если его правильно использовать и правильно применять, то одна тонна соломы, она равнозначна внесению там 3-4 тонн стандартного подстилочного навоза. Там есть и азот, и фосфор, и калий, и микроэлементы. Вот для того, чтобы использовать более эффективно вот это удобрение, мы как раз вот в препарат, я повторюсь, добавили, значит, и мобилизаторы фосфора и калия. Ну, а азот – это азотобактер крококум, он свободно живущий микроорганизм. В воздухе, в атмосфере воздуха очень много у нас азота, бесплатного причем азота. В течение, значит, если мы обрабатываем, например, растительные остатки под посева зимних культур, то в течение 2 месяцев где-то 5-6 килограммов, так вот есть по литературным данным, она будет фиксировать азот атмосферы. Это в действующих веществах. Действующих веществ. Это тоже большой плюс, большое подспорье как раз для, значит, как говорится, улучшения пищевого режима. Почему? Потому что все-таки удобрения нынче очень дорогие. И применение вот этих биологических препаратов, в частности нашего продукта стерня-12, позволяет все-таки сэкономить внесение минеральных удобрений. Касаемо, значит, вот компенсирующих доз удобрений, азот-азотных удобрений, здесь бы я хотел еще обратить внимание, да, действительно, если мы работаем с растительными остатками озимых культур, соотношение там расширенное углерода к азоту где-то 80:1. Да, действительно, здесь где-то килограммов 10-12 надо давать азот-азотных удобрений. Но касаемо других растительных остатков, в частности, вот после кукурузы, в ваших условиях на юге России, да, так вот, значит, высевают зимой пшеницу, то здесь можно 1,5-2 раза снизить. Почему? Потому что соотношение углерода к азоту там в пределах 45-50:1. То есть, чем больше углерода, тем больше мы должны все-таки азота давать. Почему? Потому что, когда это известно так вот, когда идет разложение, то почвенные микроорганизмы, они заимствуют азот из самой почвы. То есть, ухудшается азотный режим. Ну, касаемо опытов, производственных опытов, да, полевых опытов, в принципе, мы каждый год проводим. У нас в Ростовской области есть хозяйство 50 лет октября, главный агроном там Евгений Леонидович. Вот мы ежегодно там закладываем опыты производственные, в частности, вот и наш продукт стерня-12. Мы ежегодно проверяем на эффективность, тоже вот несколько было повторностей, несколько было вариантов, значит, на кукурузе, на зимой пшенице. На пшенице сейчас мы отобрали образцы, почвенные образцы, будем идентифицировать, отправили образцы в Москву для того, чтобы показать именно, что это наш там штамм, который сидит в препарате стерня-12. Почему? Потому что триходерма есть и в самой почве, где-то в 10-3 степени она присутствует, но их мало, мало. Поэтому мы, конечно же, должны, если погода, конечно же, позволяет, если влага позволяет, так вот, то мы должны давать и извне путем внесения биопрепаратов на растительные остатки, либо на семена, либо, повторюсь, с касом или жидкими удобрениями. Вот вкратце, коллеги, все у меня. Спасибо большое. Алло, плохо слышно?
Да, спасибо большое за выступление. Есть ли вопросы? Есть вопросы. Да. Вопросы, если есть, я готов ответить. Александр Ильич, слышно меня? Да. Вопрос, вот вы последнее сказали, что те образцы почвы, которые мы вам отправляли, вы сделали анализ, увидели рост количества триходермы, да? И для того, чтобы определить, это триходерма башенкома или это барикенная, вы отправили в независимую лабораторию в Москву, да, чтобы они посчитали. Вот. Да, но наша лаборатория, я сомневаюсь, возможно ли так вот определить, идентифицировать. Там же очень серьезные анализы нужны для того, чтобы идентифицировать. Это генетика уже, это генетика. Поэтому это специализированный институт, специализированная лаборатория должна быть. В наших условиях даже вот мы не можем позволить себя идентифицировать вот эти штаммы.